Ребята, 1 января утро. Смотрите, Фредди как веселится на стуле. Ой-ой-ой. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Бродяга, Щитас, Енот, Димас. Как всегда, очень много классных подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что вы поставили очень много лайков. Обзор классных аниматроников, рэгдоллов. Если пятюкушите, приятного аппетита, а мы начинаем. И в этот раз я накачал намного больше аниматроника, чем в тот раз. Пацаны, кто знает, можете называть, кто это. Кто профессионал. Это FNAF 4. Вот такой у нас есть челикс очень классный. Правильно, правильно, псих все знает. Так. Вот такой вот есть кентафурик. Как называется? Качика. Классно, да, у них такие, не знаю, как будто из лавы или что-то внутри такое, но нет, там будет намного круче сейчас. А вот такой вот, ну это все знают. Вот такой чилипиздрик есть. Так, Чику поставили. А, вот такой вот есть Феликс. Да, кек, если ну, ну, это я тоже знаю, да. А вот этого Феликса. Это Фокси у нас. Да. Найт Фокси. А вот это. Да-да-да. Это только... Это брат его, извините. Вот его это, сестра. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Давайте запили 10 лямов. Сестра? Это Фредбер. Нет, Каспар. Это Фредбер. Правильно. Неправильно. Так, вот такой Каспар. У нас Феликс есть. Феликс. Это Найт. А, это Найт Фредбер. Такие они какие-то все подёрты в этом паке. Правильно. Дальше будут прикольные у нас паки, потому что мы скачали аниматроники AR. Это у нас что? Кошмарная марионетка, даже можно и не читать. Плюштрап. Плюштрапа все знают. Это маленький. Так. Дальше. Теперь у нас следующие паки пошли FNAF AR. Тут намного интереснее будет. AR? Да. Это изи. R или AR. Я не знаю. Ну это все. AR. 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 Балун бой, стандартный. Ой, пропустил одну. Чика вот такая, чилипиздриха. Да? Кстати, можете это физганом позинки прикольные делать. У кого есть фантазия, давайте позинки каждому. А потом посмотрим, кто что придумал. Статуи. Так, следующее. Эннард. Правильно? Да. FNAF Энда. Скелет. Скелет жопы. Чё ты сделал? Чё вы сделали? Вот такой вот у нас есть. Обычный Фредди. Да, самый стандартный. Да какой-то вот у него цвет блестящий, медом намазали. Башка его. Не надо башка, не? Они такие, потому что это из FNAF. Воу, нифига себе, Рахит. Прикольно. Мне нравится сделано. Очень качественные. Все качественно сделаны. Каждый проработан до мелочей. Ого, чернючий. Фантом Бонни. Фантом Бонни. Даже непонятно, где текстуры у него идут. Чернючий это фантомы. Фантомы? Это плагин. Смотри, да это плагин. Эй, аккуратно, у него голова новая, отвалится, а? Так. А, отвалится? Сейчас зальём. Вот такой вот есть у нас плюш, спринтрап. Да. Самый спринтрап обыкновенный. Ого, тяжелый кабан. Это самый сложный. FNAF той Бонни. Аж подсвечивается. Осторожно с головой, новая голова. Только привезли. Ой, подожди. Тихо, тихо. Что-то появилось от тебя. Не психуй. Во. Вот такой вот у нас есть. Чик. А. Насос можно взять и голову им надувать. Там есть в инструментах насос. Так. Вот такой вот есть стандартный вообще. Нифига себе, мы же их наставляем. Давайте по кругу дальше будем. У нас же их тут много паков. А,
подвал-то у нас пошел уже. Там штраф, наверное. Ого! Это что, ему откусили кусок? А, да, это ивентовый. Офигенно! Прям видно кусок вырванного туловища. Еще... О, а это что-то, а чё он такой прикольный, как в свитерке? Такой домашний. Пасхальный. Ага, я понял. Хорошо, продолжаем. О, это чё, моряк? Это скин. Он на воду. Это скин на фрейде обычного. Ребята, напишите в комментах, какой больше всех вам потом аниматроник понравился и скин аниматроника. Пока ведь больше всех мне это нравится. Такой пляжный челик. Да. О, это чё, ледяной? Фредди Фродер, Фредди Фродер. Сосули даже есть у него. Сосулька. Так, давайте пройду. Блин, они все крутые, прям хочется каждого рассматривать. А есть мод на управление рэгдолами или нет? Или есть, или нету? Это... Должен быть. Это цыган. Цыган? Да, цыган. 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 Очень проработано сделано. Из Англии сбежал. Эй, нельзя сбегать. Вернись. Во, вот этот больше мне нравится, смотрите. Чика статуя свободы. Очень круто сделано. Прям так все детализировано, аж непривычно для Гаррис Мода. Прям текстурки видно царапанные. О, привет. Полупрозрачный? Токсический. Фантом. Так. А, радиоактив Фокси, да, радиоактивный Фокси. Я вообще первый раз такой вижу, классный. Очень. Вот такой вот есть. Во, смотрите, как насколько у него кишки из жопы, да? Бульба какие-то эти, наросты у него. Упорчен, он коронавирусом заболел. Эх, осторожно, новая голова оторвешь. Так, вот такой вот шар. А, это не шар, это ракета, дивись. Запускай. На. Мысленно. Попей. Это для Фредди, это для Фредди. Дальше поехали у нас. О, обдёртая с лопатой. Скрабэби с лопатой. Сейчас будет чип. А, она на угли, на дровах можно закидывать, она работает. Круто. Вообще первый раз такой вижу пак. Напишите вообще в комментариях, вы видели когда-то таких или нет? Я первый раз вижу. Смотрите, она даже подсвечивается. Лавовая. Дальше. Тяжелая, кстати. О! Это очень прикольно. Если бы вселиться в такого поиграть, было бы круто. Так, сейчас у нас будет смыкаться уже скоро. О, картонная. Падает. Ну, пусть лежит. Еще одна. Давайте поставим к стене. Не хочет, ну то ладно. Места маловато. О, смотрите, какой Фоксик прикольный. Это что, 18 век? Походу. Да, есть такое. Воу, какая она стряшнючая. Гейм овер, игра окончена. Сайберпанк Чика. С игры, да. Сайберпанк 2077 Чика сбежала. Еще одна. Я сделал так, что... Это что за пила у него на голове? Ух ты, какой красавчик. О, это же из ДБД, клоун. Да? Да. Засвечиваются текстурки. Можно так порассматривать. Там, кстати, брони честь отдает. Так. Нифига себе мы их наставили. Че, вторым рядом, что ли, их ставить? Давай вот сюда вот. Ого. Так, вот так. О, это чё? Да. Ничего себе, может этот вызвать какую-то эпилепсию, да, что ли? Эпилептиком сразу не сидеть. Ой, вот точно, Cyberx 2077. Тут у нас аниматроник бьется об стену. Надо его удалить, наверное, да? Удалил. Или забанить человека, кто это делает. О, кувалда, я буду использовать для своих превьюшек ее. Очень здоровенная коняка. Кувалда. Вот это аниматроников. От души, ребята, вам накачал. Написали, Димас, ты скачал мало аниматроников. Внать вам? Так это еще не все. Еще один пак есть. Ого, как круто. Мы в конце, наверное, взорвем их все. И посмотрим, что с этого получится. Да, да, да.
Да, да, да. Я сделаю сюрприз. Да, 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 да. Я пошел. Так еще рано, стой, еще не все. А вдруг взорвется? А вдруг кто-то взорвет случайно? Так, это у нас Балора. Хорошо, мы поняли. Я хотел внутри в пиццерии взорвать, чтобы они разлетелись тут. Потому что от Тулгана они все равно отлетят. Надо их отфризить только. Да не, не надо, они и так отлетят, увидишь. Они и так отлетят. Да, мы такое они делали в канале. Все отфриживается, когда взрывается. Так, вот это не вот, я их ставлю и ставлю, и ставлю, и ставлю. Я сейчас подготовлю какие бомбы. Джека Чика, да? Да. Так, ой, это... Что это за челепиздрика? Это Балора. А чё бы я раз такой вижу сосисочную какую-то? Прикольно. Так, так, давайте сюда. Во, во, плюштрап. И голова. Знаете, можно ее. Нет. Я думал, можно увеличить, было бы прикольно. Так, ребята, ну что, мы поставили всех аниматроников. Мы немножко ускорились, чтобы показать вам максимально всех и успеть это все сделать в одной серии. Взрываем эту бомбу на счет 3. Я свою взрываю, а енот свою. Раз, да. Два, три. Я не знаю, как у вас, но у меня очень сильно залагало. А у нас все. Давайте посмотрим, что там внутри произошло. Летим. О. Ого! Ребята, 1 января утро. Смотрите, Фредди, как веселится на стуле. А, во-во! Ой-ой-ой, а чья это бомба? Дорогие друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку в ВКонтакте. На всем отличного настроения и всем пока!